Мы сейчас в селе Марамонов Кадрокевского района. Здесь базарный день, очень много людей. Еще одна очень хорошая встреча. И многие люди спрашивают, как вы собираетесь выиграть, если эта власть сфальсифицирует выборы. То есть это они просто так не уйдут, они сфальсифицируют, будут держаться до последнего. Что можно сказать? Да, они фальсифицируют выборы и будут стараться сфальсифицировать выборы. И уже вот ходили тут демократы, пытались подкупать людей, какую-то помощь им оказывать. То есть ответ очень простой. Берите у демократов там макароны, сахар, гречку, деньги. Но потом в кабине для голосования голосуйте так, как вам подсказывает совесть и сердце. И при всех фальсификациях мы можем так мобилизоваться, чтобы получить такой хороший результат, который сделает все эти фальсификации, махинации ничтожными, просто обнулит их.